конференция. Это заключается на том, что не так-то просто сейчас содержать настоящие банки и политические организации, и чтобы появляться от разных банк однодневок, с которыми не так-то просто бороться, но тем не менее, которые выполняют по поручению своих наставников и границы, пытаются совершить ситуацию. Они ориентированы только на осуществление одного единственного преступления, террористического акта, убийства.